Уважаемые любители моих книг и моих небольших роликов на разные темы, сегодня будет небольшой ролик, посвященный очень важному свойству нашему, попыткам заставить свой мозг работать. Поэтому и название ролика — «Материализация мозга». Среди многочисленных способов материализации мозга, то есть попыток его превратить во что-то материальное, то есть что-то сделать, я хотел остановиться на фотографии, которая, собственно говоря, и является таким одним из моих способов излюбленных материализации мозга. То есть я с его помощью реализую некоторые свои желания, ну и способности, если они есть. Ну, их немного, конечно, но тем не менее у нас есть проблема. Дело в том, что не все люди получают музыкальное образование, не все люди получают, к сожалению, художественное образование. У многих просто не было возможности из-за того, что из-за мест, где они родились. У кого-то не было возможности финансовых получить специализированное образование. Но они состоялись как люди. То есть достигли некоторого уровня жизни, который позволяет им попытаться самореализоваться уже в зрелом возрасте. И здесь нас ждет большая проблема. Любая самореализация творческая требует хорошей подготовки. И очень мало занятий в жизни человеческой, ну, кроме коллекционирования марок там, или этикеток от пивных бутылок, которыми можно заняться, уже получив некоторый жизненный опыт и некий социальный статус. И вот фотография, она, собственно говоря, и позволяет это сделать. Но есть разные подходы. Фотография из способа документалистики, то есть из способа фиксации событий, уже ушла. Потому что любое устройство, особенно высококачественное, ну, например, вот Hasselblad X1D2, он уже дает и широту больше, чем пленки, и цветопередача может быть точнее. Хотя я пользуюсь до сих пор очень часто фильтрами. Но это видно по некоторым заставкам на моих роликах. Широко надо их использовать, потому что, ну, матрицы тоже не идеальны, скажем так. Тем не менее, простые гаджеты дают уже очень хорошие картинки, как всего 25 лет назад давали суперпрофессиональные камеры. И по разрешению, и по цвету, и по широте это уже все превзошло пленку, совершенно ясно. Не превзошло только формат, то есть большого размера кадры, которые позволяют создавать очень хорошую тонопередачу, цветопередачу. То есть, ну, просто, когда матрицы будут вот такого размера, эта проблема будет, конечно, решена. Я, кстати говоря, жду, чтобы с небольшим разрешением были вот такие матрицы 8×10 дюймов, которые позволили мне заниматься творчеством так, как сейчас я вынужден заниматься на пленке. Ну, потому что таких матриц нет. А объективов, которые позволяют это делать, очень много. И в этом отношении история фотографии, которая началась с середины XIX века, она нам дает огромное количество творческих инструментов, с помощью которых мы можем заставить наш мозг работать. Мозг, как вы знаете, работать очень не любит. Если он ленится, бездельничает, занимается только размножением, едой и выпендрежем, то в этом случае он поддерживается внутренними наркотиками. Вот чтобы его отвадить от этого благостного занятия, которым занимались приматы последние там 50 миллионов лет, мы должны предпринять некоторые усилия. И вот фотография, которая не требует, скажем так, долгого обучения до того, чтобы начать и получать хоть какие-то результаты, это один из методов такого инструментов заставить свой мозг работать. То есть это и метод, инструменты, в конце концов, продолжительный опыт фотографический, он принесет даже некоторое удовлетворение. Потому что вы будете делать то, чего до вас никто не делал. Вот тут как раз я и ориентируюсь на то, чтобы люди с интересом к жизни, к попыткам самореализации, они смогли найти способ приложить свои интеллектуальные и творческие способности, но если они ориентированы к визуальным искусствам. Сейчас очень холодно, приходится использовать большое количество бабок-ежек для того, чтобы согреть, сохранить, собственно говоря, горячим чай и заварку.
Поэтому я обширно их использую, согревая их юбками драгоценную жидкость. Я, собственно говоря, очень много лет занимаюсь художественной фотографией именно из-за того, что она позволяет держать в тонусе, в том числе мой мозг, заставлять его реализовываться там, где он бы вообще не хотел никак работать. То есть это, кроме того, что это некоторое удовольствие, некоторый эстетический результат, эстетический финал, которым должна кончаться любая деятельность человека. Вот. И, кроме этого, это инструмент сохранить мозг в более-менее нормальном состоянии, благодаря тому, что кровоток в тех областях, которые я использую для занятий художественной фотографией, он увеличивается. Ну, а в результате сохраняются и очень полезные свойства, те самые, которые я только что ругал. Размножение, еда и доминантность. Осенью, уважаемые господа, есть очень много прекрасных мест, где можно заняться фотографией. Но я продолжаю баловаться форматом очень большим, то есть 8 на 10 дюймов, и получаю от этого райское наслаждение. Ну вот, все готово, и можно сделать искомый кадр. Таким образом, художественная фотография позволяет заставить мозг работать. Сам он работать не будет. А большой формат пленки делает слишком сложным простое. Вместо простого нажатия на клавиш вы должны приложить некоторые усилия. Потому что там все не так просто. И несмотря на то, что сейчас цветной пленки почти нет, можно снимать на черно-белую, но уж совсем конченые извращенцы могут там поливать эмульсию. Вот для того, чтобы начать, я, собственно говоря, и выпускал эти книжки. Вот книжка для начала, это формат искусства фотографии. Это как форматными камерами снимать. Все очень непросто, придется много чего изучать, то есть и таким образом напрягать собственные мозги. Для этого, собственно говоря, и делалось. Потому что это не для того, чтобы фиксировать мгновения прекрасные там, на том, как кто-то из родственников ест, писается в штаны или еще что-то. Нет. Речь идет о вашей личной, персональной, творческой самореализации. Уйдет много времени для того, чтобы освоить эту технологию. Уйдет много времени для того, чтобы понять, что вы делаете. Может быть, это вообще кажется не вашим. Но когда вы разберетесь, тогда вас потянет на эстетские поиски. То есть, когда вы научитесь вглядываться в фотографии, тогда вы попытаетесь найти новые приемы и способы их создания. И вот посмотрите десяток фотографий, там, сделанных на черно-белую пленку, большим форматом, как примерно эта камера, для того, чтобы оценить возможности черно-белой фотографии в данном случае. Эти картинки из календаря 2017 года. Может быть, вам будет интересно. Вот для этих целей, для творческой самореализации, занятие пленочной фотографией подходит. Все остальное уже сделано. То есть у этих камер замечательных цифровых уже и диапазона, как говорил, шире, и цвет передачи зачастую точнее, хотя фильтрики не мешают.
И когда вы пройдете этот этап, первое становление, отпечатаете там первую свою фотографию 100 на 80, вы поймете, что кое-что в этой художественной фотографии есть. Ну, если вы занимаетесь ландшафтный или портрет, можно контактный вот такого размера. Но это будет другой портрет, нежели то, что вы получите с цифровой камерой. Тогда вас потянет на поиски нового интересного. А тут открываются огромные возможности. Потому что огромные эпохи фотографий, связанные с оптикой, которые создают особую пластичность, особую тонопередачу, особые градации цветов, даже на черно-белую пленку. И целые серии этих объективов, которые являются кистями для художника, инструментом для фотографа, они изложены в таких книжках. Эти книжки про триплет, это про объективы этой серии, созданные в Англии. Есть апланаты, то есть созданные в Германии, и которые прослужили верой и правдой почти 60 лет фотографам, особенно портретным, которые передают необыкновенные картинки. Это Дагоры, универсальные феноменальные объективы, которые до сих пор, схема которых лежит в основе множественной профессиональной оптики, многих профессиональных объективов. Ну и самый распространенный Тессар или Индустар, которые выпускались миллионными тиражами, но среди них были тоже шедевры, о которых умолчать довольно сложно. Но к этим, ко всем изыскам можно перейти, только поняв, что вы делаете, и получив удовольствие от реального творчества. То есть пленочная фотография это превратилась в такое же искусство, как масляная живопись, как там скульптура. То есть, конечно, это не общее доступное развлечение, но тем не менее, это один из способов найти творческую самореализацию вашего мозга, который, конечно, будет этим сопротивляться, как и ваш кошелек будет тоже сопротивляться этим занятиям, поскольку многие изысканные объективы, они стоят как хорошие бриллианты, правда, небольшие. Поэтому, если у вас есть возможность, в первую очередь финансовая, и возможность потратить время на собственное удовольствие, то есть изысканный виде, то советую попробовать, если у вас есть склонность к визуальным искусствам, попробовать этот род деятельности. Хочу пожелать вам успехов на этом довольно сложном пути и терпения, поскольку любое творчество, оно в начале и в конце, и в середине приносит неудачи. И только большим трудом можно добиться того, что ваш мозг вдруг неожиданно начнет работать и даже, может быть, получать от этого удовольствие. На этом до свидания. Успехов!